если будешь ранен, милый, на войне, напиши об этом непременно мне. Я тебе отвечу в тот же самый вечер. Это будет теплый, ласковый ответ. Мол, проходят раны поздно или рано, а любовь, мой милый, не проходит, нет. Если ты изменишь, встретишься с другой, и об этом в письмах пишут, дорогой, напиши, отвечу, ну, не в тот же вечер, только будь уверен, что ответ придет, мол, и это рано, поздно или рано, погрущу, поплачу, все-таки пройдет. Но не вздумай только заикнуться мне о другой измене, клятве на войне. Ни в какой я вечер трусу не отвечу. У меня для труса есть один ответ. Все проходят раны поздно или рано, но презрение к трусу не проходит. Yeah.